Ну что ж, мы установили нашу двадцатку, потом удалили ее. Сейчас покажу, чтобы исправить вам кое-что здесь. Вот документы. Вот пинакли, вот он. Вот здесь вот надо поставить контакт, что был 22. Вот здесь 22. И все. Вот так, ну что ж, сделаем сперва кряк. Запускаем от имени администратора, не забудьте. Так, все. Открываем программ дата и смотрим. Вот он, пинакли у нас. Вот они ключи. Куча ключей стоит. Не как у всех там стоит, по одной. Так, теперь. Что есть? Сразу трансмиссия, вот она, считай, 5 гигов весит, 3,95, это все тут даже. Ну что ж, начнем. Ну вот, здесь вы, естественно, принимаете. Если будете вот так вот здесь вот, например, запускать студию, да, здесь будет сразу на английском идти. Вот. Делаем дальше. Здесь можете изменять, на какую папку вам. Но пусть она лучше здесь контакты студия. Пинакли студии контакт. Так. Ну что ж, наверное. Здесь не смотреть, что трансмиссия сразу устанавливается полностью. Трансмиссия покажу, что такое. Поехали дальше на рабочий стол. Ну, поехали, ждем. Ну вот, сами видите, как это кропотливая работа. У меня маленько он будет подольше, так как. Ну вот. Ну видите сами, на этой программе плюс к этому еще идет видеозапись. Все устанавливается нормально, в принципе. Это лишнее удаляем. Устанавливаем. А не забудьте только отключить антивирусник, чтобы не было никаких недоразумений. Ну вот. Практически установилось. Все готово. Все готово. Так, теперь. Дальше. Драйверы, то есть можете сразу установить их, они не помешают. Если установились, он сразу покажет, что установились. Сразу их поставить 86 64, так как система идет. Ну мало ли, вдруг у вас что-нибудь 32 будет, чтобы как бы она совместно работала. Ну здесь мультикамеру, так как я работаю с балдикамом, но она мне в принципе не нужна, она тяжеловата, тем более. Ну как бы это кому надо контакт. Видео контакт идет здесь. Ну как это видео для DVD, например, стоит там шаблоны. Но я их поставлю все равно, пускай они у меня стоят. Как бы пригодятся еще для видео, для создания. Например, сделать коробочку с второй контакт поставим.
маленько тяжеловато ему. Видите, сами при записи еще. Так. Здесь она не надо, уже установилась. Так. На это покажу потом, что и как. Не забудьте отключить антивирусник, а то может произойти непоправимое. Потом это все доставать. Несерьезно. Вот он. Сразу вставляем, которую, если они уже как бы готовы уже, значит уже все нормально. Исправлять не надо. Ну, давайте исправим. Вместе 20-я пинакля. То же самое проверим. Это что у нас было недостающее, которое я вам говорил. Здесь лучше всего от имени администратора запустить. То же самое. Здесь уже так как установили, но он уже тоже установлен, но уже радует. Так. Мультикамеру, вот, которую будет ставить, сразу говорю, 22-ю версию, даже и смысла 21-ю, то есть версию 20-й, 21-й, даже не подойдет, пока мисс не установлен будет. Так что смысла нет устанавливать. Но если установится, то уже можно, трансмиссия уже установленная, сразу же тут же. Ну да, уже установлен. Что нам надо еще? 23 килобита.
Готово. Ну вот, в принципе, и все. Полностью контакт готовы. Извлечь. Вот, я еще скачал, правда, со своего сайта, ну, бог с ним. Вот он, 3D пинакль, то же самое 3D, но здесь 22, там 23, там 22, потому что я с этой, с 21 скачу. У меня на сайте все, что есть. Ну что ж, все готово. Этот сразу удаляем, он не нужен. Запускаем. С первого раза всегда запуск надо от имени администратора запускать. Ну вот, видите как. Смотрим, не переживаем. Как видите, запустилось без вопросов, без всякой суеты. Не надо ни ключи ставить, ничего. В основном надо это только ваша мышка и пальчики. Без всяких ошибок, без ничего. С первого раза она тяжелая. Тем более у меня запись идет. Сами видите. Так бывает с первого раза. Ну вот, установился, маленько подождать придется, потому что она не вся загрузилась еще. Окей, сейчас эффекты все загрузится, все должно загрузиться. И сразу видите, что здесь на русском языке полностью интерфейс идет. А если по-другому делать, так что здесь будет по-английски лопотать будет. Вот. Вот. Так как мне это весь бутер не нужен, америкосовский. Я просто удалю его. Ну, в принципе, и все. А, смотрим, что у нас здесь есть сразу. Вот он, видите, купить. А, наличие обновления. Ну, естественно. Так, ну вот. А зачем нам покупать? Вот там паспорт, все ключи, все как надо. А, так, сейчас закрываем, не сохраняем. Заходим в ту же папку, которую у меня она скачана с моего облака. Открываем видео. Вот он, Pinacle 22. Но оно у меня вложено и здесь, вот в кряке сложено. Вложено. Или вложено, вот она у меня, она здесь.
как я говорил, вытаскиваем, запускаем от имени администратора. Далее. Все, окей. Финиш. Смело можно в папку. Вот так вот. И по новой запускаем. Сейчас оно маленько пошустрее будет. Еще раз говорю, отключайте антивирусик на всякий случай. Ну, в принципе, видите, оно уже пошустрее у меня установилось. Все новое, все хорошее, все прекрасное. Так, ну что ж, вот он сразу полностью. Все эффекты. Их очень много, поверьте, здесь очень много. И эти эффекты, которые я вам говорил, вот где они, вот они, они. Нет, это клок, это надо добавлять кое-какие. Вот трансмиссия, вот она вся трансмиссия у вас у меня установилась, у вас, наверное, тоже та же. И смотрите, сколько их, куча. Это все спецэффекты. Не надо качать какую-то программу спецэффектами. Вот они все переходы у вас. Вот здесь вот. Видите? Все есть. В некоторых программах их как бы нету. Самой голой. Ну вот. Здесь все есть. И сами видите, шустренько работает. Вот они поперли. Все работает. Почему я говорил, что сперва 20 установить? Вот она. Потому что не все устанавливаются. Ну вот они. Все работает везде. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, не стесняйтесь. Друзей можете своих также позвать, подписать, ну и все остальное. Ну вот видите сами, все рабочее, все нормально. Но этого нету в той версии 22, я имею в виду, без вот этого контакта. Ну что ж, видите, все включено, ничего не отключено, все работает, все автоматически. Удачи. Да, вот титры, вот они то же самое, смотрите. Вот все титры добавлены. Вот они шаблоны, которые я вам говорил. DVD.
Здесь целая куча тоже их. Ну, естественно, половина не установилась. То же самое музыка здесь. Ну, потом можете сами добавлять в папки. Всем пока, удачи. Подписывайтесь, не стесняйтесь, задавайте вопросы, делайте комментарии.